обращаясь и к Кремлю, и к газете «Завтра». Но прежде чем бросать такие ярлыки о фашистствующем Бандере, и прежде чем говорить, что это фашисты типа Бандеры, вы хоть биографию Бандеры, самую маленькую, в любой энциклопедии откройте и прочитайте. Мужик-то отсидел в концлагере Заксенхаузен с июля 41 года по декабрь 44 года. Это в том самом Заксенхаузене, где убили Якова Джугашвили. Какой фашист? Откуда фашист? Ведь как только Бандера объявили, правильно это называется, сейчас скажу, правильно это называется акт, акт возрождения украинского государства. Как только Бандера в июле провозгласил акт возрождения национального, украинского национального государства, он тут же оказался в концлагере. И всю войну там просидел. Но когда немцы его выпустили, потому что им нужно было попробовать взять под себя УПА, Украинская повстанческая армия, которую мы тоже красим одной жирной черной краской. Они выпустили Бандеру в декабре 44 года. И Бандера отказался сотрудничать с немцами. Как он мог сотрудничать? У него ведь два брата были уничтожены в Освенциме, в концлагере. Ну, правда, не от рук немцев, их там забили такие же военнопленные, но польские. Ведь Бандера отсидел 3 года из пожизненного срока с 36 по 39 за участие в убийстве польского, ну, говорят, палач был, совершенно верно, палач был. Министр внутренних дел, вот, палач был. Так вот, задайтесь вопросом. Когда вы кричите, что Бандера – палач украинского народа, и чуть ли не всемирный палач, и чуть ли не самый кровавый палач времен Великой Отечественной войны, вы задайтесь вопросом, где он это мог сделать? Ведь УПА и само движение, украинское повстанческое движение, возглавлял Мельник, погибший аж в 1950 году. Возглавлял Мельник. Не Бандера. А теперь сопоставьте. Вот на Бандере нет ни одной капли крови. Его называют кровавым палачом. Сопоставьте его с Ельциным. Да Ельцин одним расстрелом Белого дома уничтожил людей больше, чем Бандера за всю свою жизнь, если даже кому-то там призывал и отдавал приказ. Но в это же время, когда все экраны телевидения, все газеты вопят про Бандеру, бандеровцы подняли головы, фашисты, вот Бандера в гробу переворачивается. Как Плющенко, да, как Плющенко на льду крутится. Вы представляете, как это, тройные там тулупы, да? Его называть фашистом. Человека всю жизнь, боровшегося с фашизмом, его называют фашистом. Но в это время один к одному совпадает. Там орут кровавый палач Бандера. Это у всех вызвал почему-то здесь шок. А в это время по телевидению славят Ельцина. Какой-то годовщина была. Вот. И сидит умиленная на первом или втором канале, на кнопке ведущей, сидит умильная такая журналистка, аж тает перед Наиной Иосифовной. А та, конечно, рассказ, это же